Столица Ливана. Свыше 47 тысяч бегунов приняли участие в ежегодном осеннем марафоне. Девизом массового забега, стартовавшего на набережной Бейрута, стал «Пульс мира». Кроме атлетов из 99 стран, в марафоне участвовали тысячи горожан разного возраста. Длина маршрута для спортсменов составила 42 километра. В результате победу одержал кенийец Эдвин Кибет Кипто. Он преодолел дистанцию за 2 часа 13 минут и 19 секунд. Вторым стал эфиопский бегун. Специальным гостем марафона был президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу. По словам организаторов забега, регулярное проведение этого спортивного мероприятия способствует улучшению имиджа Ливана и свидетельствует о росте числа сторонников здорового образа жизни.